Xiaomi G1000 сигнатурный, режим сигнатуры, заезд на Crisp, который нам стоит в лоб. Надежды меня не обманули, то есть все-таки пока на данный момент получается лучшие из сигнатурных — это либо Smart сигнатурный, либо сигнатурный Light, ну и 800 неплохо. Так, режим сигнатуры, сработка на Crisp, метров где-то, где, вон он. Метров примерно чуть меньше 100. Значит, в спину все должно быть печальней. В режиме город сработка метров 10. В спину получилось. Все, и сигнал потерялся так же быстро. То есть из этих пока тестируемых четырех приборов компании Xiaomi, сигнатурный Smart, сигнатурный Light, G800 сигнатурный и G1000 сигнатурный, хуже всех показаний у G1000 сигнатурного. Повторяю, все приборы стоковые из коробки, ничего не загружал, не менял принципиально. То есть человек, который купил этот прибор, поставил прибор, который нифига не понимает, не знает, как его обновлять, что с ним делать, поставил и хочет защитить свой семейный бюджет. Насколько получится у него это сделать, либо не сделать. Поэтому делаем независимые заезды и смотрим на работу.